Ты для начала что? Ну как ты снимаешь? Сука, нахуй ты спамишь, хотел сказать. Что? Бля, кто спамит скучно, зайдет? Я сейчас, сука, найду тебя нахуй. Сука. Адольчик, ах ты тварь, блядь. White Rabbit, ах ты тварь. Лексиган, ах ты, сука, тварь, блядь. Уебан. Тварь, блядь. Сори. Я забыл, что рассказывал. Так что, билетики, берем Мира и Алина. А, дышлюхи. Ой, ты что нахуй происходит? Скучно заеб. Этот. Да? Да. Ну все, берите, я жду тогда. Будете попками. А Викчика? А Викчика все, она в школе. Викчики больше нет. Викчика там, на том. Ты что ты моргаешь, блядь? Почему? Ебать. Полтергейст. Ебать, что нахуй? Тут еще пизда. Чтобы вы понимали, ты приезжаешь в торговый центр. Ты, сука. Приезжаешь в торговый центр. Чипс. Здорово, Чипс. Здорово, здорово. Ты приезжаешь в торговый центр и... Блядь. И ты до... И тут... Да что происходит, нахуй? И ты должен сдать свою машину на парковку. Это стоит от 50 до 300 дирхам. От 750 рублей до 3000, блядь. За один приезд на торговый центр. А, вы видели, как дирхама выглядит вообще? Показываю. Спасибо. Это доллары. Это лиры. Это дирхамы. Блять! Я новую монету отдал. Я хотел новые деньги показать. Сука. А нету их. Я новую 100-купюрную монету отдал. 100-купюрную? Сука. А покажи. Это старая. Вот новая, ебать, смотрите, она из пластика. Это из пластика, блядь. Ебать, это вообще такое, она такая красивая. Только ничего с ней не делай, нельзя на стриме. Ну вообще, в целом. Чего? Ну просто. А что я могла сделать? Ничего. Сжечь? Нет. Она такая красивая. На, аккуратно только с ней. А что за материал реально? Это пластик. Реально? Да, нет, правда, это пластик. Да, это не может быть пластик. Ну, полковник сказал, что это пластик, я что, полковник... А, тут прозрачный чел вот этот. Не этот чел, а просто прозрачная штучка тут. Мужчина. Вот, прозрачная мужчина. А это лиры? Если что, все вопросы не ко мне, а к Юле Боёву. Пишите ей нахуй. Касаемо. По поводу. 1000. Это сколько? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей? Ребят, 15 тысяч рублей. Попрошу, поаккуратнее. Ну, кстати, деньги реально у них какие-то такие те пиздатые. Ой. Да что? Сколько? 15. 100. А, нет, 100. Она засвечивает, не видно. Но тут очень много так элементов всяких. Мелких. 200 дирхамс. Ну ничего, это так, кальянчик один раз покурить съездить. Ну, кстати, Слава такой говорит, а, тут только еда дорогая, вот кальяны, ну типа похуйне стоят, ну как в Москве. 5000 рублей. Лиры? Так, зарплата.
Первое, кто на очереди? Зарплату в лирах сегодня кто принимает? Кто? Я, бля, как пизданул бы тебя, нахуй. Я. Так. Зарплату получает у нас сегодня. Нахуй випы спамят, блядь. Да, как, сука, как что-то нормально писать, вы первые заеб пишете, а как зарплату получать, так вы, а нет, наоборот, как зарплату получать, вы первые нахуй. А как поддержать, ты, сука, хуй найдешь вас, хуесосы. Зарплата у нас, первые, на очереди. White Rabbit, 10 лир. Это 33 рубля. Тише, да? Они не знают, не говорим. Ага. Нет, White Rabbit идешь нахуй. Не заслужил. Алина. 200 лир. Хома. 10 лир. Хому жалко. Нет, не жалко. Это, ты знаешь, что он себе iPhone 14 покупает? А это с твоей зарплаты он это купил? Я не знаю, откуда у нее деньги нахуй. Сосру. А у вас Хома кто-то, вас... Погоди. А Хома вас на деньги... Никто не... У меня модератор вас на деньги не разводит? Это как у меня Назара. У него ДР скоро? А, тогда 110 лир. Так. Назара забанили за то, что он вымогал, типа, деньги у чатеров. Типа, разбан 100 рублей писал всем. Он банил за предку, то пишет, тебе просят разбан, он пишет, на 100 рублей кидай. Хм, ну, типа, мне на донат. Нет. Назар хуесос. Ну, не Назару, а мне. А, этот... Кто еще? Ялакс, 400 рублей. Антхом пока не забанили, походу. 400 рублей. Да, бля, сейчас как... Тише. Мне в долларах? Кому в долларах? Кто написал? Кому в долларах? Сейчас, кому да, в долларах? Охуеть, что с лампой? Тише. Мне? Подожди. Сейчас в долларах выдадим. Не переживайте, друзья. У меня денег на всех хватит, на всех. Кто писал? Так. Это какая у тебя валюта? Это субнату. Это центы. Это... Какой цент? Тише, это центы, центы, центы. Тут, кстати, даже непонятно, какая здесь это. Да я как пиздану тебя сейчас промеж глаз, нахуй. Как будто сувенирная монета. Тут о! Нету этого. Феня. Решки. А тут олень. Феня. Кто еще? Ну, это так. Это что, одна лира? Это чат разыгрываем. Это одна лира? Это один дирхам. А. Это 16 рублей. Поаккуратнее тоже. А. Тише. Я деньги собираю теперь мне. Ваша зарплата ушла на благо меня. Простите. Искренне извиняюсь. Может, тенгеры тут не нужны? Тут можно менять лиры. Да. Искренне извиняюсь. Ребята, показываю... Флоу, ой, нет, флоу это этаж. Number. Рум просто. Рум. Показываю рум. Как этот, за... Да, поморгай, поморгай. А что вы грустные? Пишите, смайлик. Как будто вам зарплат не досталось. Я-то предупреждаю, сейчас я ширик только въебу, а то слишком, ну, слишком большое помещение. Тише, тише. Тише, тише. Аварийку выключи, чё? Тише. Сейчас. Ой, наверное, в трусах нельзя выходить, подожди. Да. Нельзя, да? Дай мне шорты, а то мне сейчас... Да. И голым, да, наверное, торс тоже? Лучше не стоит. Не стоит. Сказал человек, который перед, блядь, балконом сиськами сидел, светил. Когда? Какими сиськами это раз? А два, когда это было? Только что. Там пустыня, блядь, там никого нет все равно. Дай мне вверх что-то. Я предупреждаю, друзья, аккуратней. Подержать? Нет. Предупреждаю. Сейчас я ширик поставлю. А ширик стоит уже, все. Ребят, обзор номера. За 12 тысяч рублей. Вот вы тут стоите, заходите в номер. Только аккуратненько надо проходить. Аккуратненько. Заходите. Вот так. Тут у нас отдельная комната есть.
гардеробная наша. Это гардеробная. Это не шкаф. Он называет этот шкаф, мы ошибаемся. Это гардеробная. Что это такое? Это просто вырезанная, я тоже пыталась открыть. Вот это гардероб. А сверху это что? Подушка? Не знаю. Одеяло теплое. Вот это спа, я называю. У тебя вторая такая же была, ебал, закрой свою. Это спа. Я называю это спа. Вот, тут заходите. Это я. Это туалет. Это писю подмыть или попу. Вот. Это телефон. Так. Оп. Мне двойной чикен макнаггетс и все. Вам в туалете доставка уже. Никто не какал, наверное. Ёбаный сыр. Хорошо, не показал. Вот. Это, в общем... Ты ему прокладку показал? Да, кровавую. Мат. Да шутка. Вот, это душевая кабина. Выполнена из самого настоящего и дорогого гранита в мире. О, ля. Блин, трусы. Юля. Макс. Нафта тут трусы оставил. Ну, я бы их достирал. Вот. Это аккуратненько заходим, вот так вот проходим. Это траходром. Это, нет, вот это отделите визуально, вот так вот отделите. И вот это вот считается этим. Гостевая комната. Это гостевая комната у нас, гостевая. То есть, если кто-то хочет прийти попить чайку, это у нас гостевая отдельная комната. Это наша спальня. Это наша отдельная спальня. Я приеду сейчас. Чё, Морген? Морген. Чё нахуй? Вот. Это спальня. Это зона кинотеатра. Это зона кинотеатра. То есть, типа, если вы хотите прийти посмотреть гостиная. Кинотеатр, гостиная, приходите обязательно. Какой Морген? Он вообще хоть работает? Вот. Наверное, да. Может, нет. Вот. Тут, кстати... В каждом отеле есть коврик, вот такой вот специальный. Я его на всякий случай трогать не буду. И Коран. Вот. Угу. Это рабочий кабинет. Это мой рабочий кабинет. Я тут, в принципе, работаю, зарабатываю деньги. Ну, инвестиции, там, трейдинг. Забаньте Субната на 10 минут, пусть отдохнет. Как это называется? Я тут кабинет, мой кабинет, заработать деньги. Это что? Это моя сушилка. Кофе? Не мое. Вот. Это терраса. Терраса. Она, конечно, не открывается. Ну, представь. Там есть стул. Но там есть стул. Там есть что-то там. А это вид из окна. На трассу. Атов, блядь. Вот. А что тут так тепло? От солнца. Вот. Это терраса большая. Тут я буду курить кальян, конечно. Ну и, в принципе, вот такой номер. Оцените по от 0 до 10-бальной шкалы. Ле. Ничего не выбирается почему-то. Ноль. Вопросов примерно на уровне 0. Так. Сейчас, секунду. Чего ты хочешь? Не, ничего. Мне надо заправить машину, в первую очередь. Полный бак надо заправить, кстати говоря. Ты как-то подключилась к Container National? Wi-Fi? Чего? А, я тоже подключился. Надо заправить полный бак. Я маму ебал. Тише. Нельзя тут так говорить. Что это? Да она не работает. А, кстати, расскажи про штраф, где этот. Слава рассказывала. Тут штраф нарушение. Тут, во-первых, штраф нарушения скорости. Штраф нарушения скорости. 15 тысяч нахуй!
А если штраф за газовую среду, за эту штучку, вот, например, ты захочешь погазовать, штраф за газ, вот ты просто на месте погазуешь. Типа выхлоп послушаешь на месте. Да, на месте послушаешь выхлоп, по-моему, 70 тысяч рублей. Скики. Угу. Хорошо, он предупредил, а то ты, мне кажется, первым делом бы на месте бы начал педали газа жать. Не. О, о, ну-ка погромче. Вы что-то смешно? Ну что вы хуйню несете тоже? Хуйню несете. А где моя штучка эта? Ой. Ого! Ебать. Может, не надо новости смотреть? Понял. Есть кто из Дубая, кто может потянуться по-быстренькому? Короче, сегодня у меня на стриме смотрим стрим ночью на... Чё? Кинострим будет. Кинострим на арабском? Кайф. Чё, пошли вниз? Интернет не упадёт? Ну, надеюсь, нет. Ну, на улице не должен упасть. Вниз ты имеешь в виду машину? Ну, да. Давай. А мне, кстати, переодеться надо. Во что? Штаны, блядь, меня никуда не пустят в шортах. А, реально? Да, тут никуда не пускают с голыми коленками. Девочек тоже? Девочек в топике никуда не пускают, нахуй. Ну, а с коленками голыми? Нет. Не пускают. Ну, только на... Пускают только на этот, на... При пляжных вот этих кафешках. А. Собственно, в пляжу пускают, а если куда-то это... Ой. Ты в трусиках? Не, в шортах. А ты протирал вот эту камеру? Какое-то все мутное. Ой. У тебя, по-моему, дырочка на попе в этих трусах, Макс. Нет. Ты проверь. Нет. Тут, кстати, Слава рассказывал, что какого-то капера, вот по поводу денег, что чел, короче, снял сторис, как он просто берет деньги, ну, типа, разбрасывает дирхамы вот так вот, ага. И, типа, ногами пинает, и он, нахуй, на что-то на 10 или 15 лет, нахуй, уехал. Он, посадили? Да, на 10-15 лет за то, что с небрежными деньгами обращался. Ну, кстати, тут очень жестко. Сейчас я потише сделаю. Тут очень жестко с нарушением закона. За обман чик-чирик, ебать. Тут за все в тюрьму сажают. Чё? За все в тюрьму сажают. Чик-чирик, обманул кого-то и уехал, ебать, на 10 лет. Обман равно бан. Чё? У тебя, говорят, коленки открыты. Слава сказал, кстати, что так можно. Да и они рофлят. Да, ну так можно, да, нет? Да, конечно. Да? Ты сегодня так весь день везде ходил, и кушал, и в ТЦ, и не ТЦ. А вдруг меня застрелят? По коленкам тебя прострелят. Все, Макс загрузился везде. Смотрите, мне идут наушники, смотрите. Да. Ромчик подарил. Очень идут. Классно под мою прическу? Ты знаешь, на кого похож? На кого? На кого? На такого вот мальчика интересного ты похож. Особенного. А, тут, кстати, по поводу особенных мальчиков. И что там, кстати? Их тут нет. Как нет? А ты? Они по закону запрещены здесь. Что? Как это понять? Ну, вот так вот. Можно подробней? Ну, если ты особенный, то ты это... В тюрьму? Ну да, отдохнешь. Макс.
Так, немного лет на 10 тоже. Пока не подумаешь над своим поведением. Что такое рассказываешь? Тише, тише, тише. А если еще попить, я что-то понять не могу. Ты все выпил. А, это я себе стаканчик наливала. Можно... Не вовремя сказала. У тебя с реакцией проблемы. Они пишут... Я не уверена, что так можно писать. Можешь почитать? Там, где Юля, почему? Не! Нормально можно писать или нельзя? Потому что стримеры это слово не упоминают вообще. Не, подожди. Мне кажется, это все нормально. Это просто вроде национальная одежда, нет? Сейчас я проверю, что такое. Ну, да, да, но просто ничего такого, типа, со Стёбом нельзя говорить про это. А кто собирался, блядь? Не, просто... Ты собиралась? Нет! Ни в коем случае. Без осков, да. Это скрывающее тело, лицо, которое... Ну, тут нет ничего такого. Я вас понимаю. Ну, все. А что вы смеетесь, я понять не могу, нахуй. Запрещаю смеяться, блядь. Я боюсь, что было бы с чатом, если бы я просто на улице постримил. Я боюсь, нахуй. Что было бы? Мне кажется, я тут точно лет на 40 минимум уеду из-за чата, нахуй. Че, они залетят чат почитать на русском и поймутся? Юля, я тебе даю челлендж. Запустить стрим с донатами в ресторане. Не, которые я сейчас озвучусь, они будут Google Translate пользоваться и донатить такую штуку. Я-то ничего не пойму, а там поймут. Не, я бы сделал, кстати. Ты шутишь? Да, нет, я бы реально сделал. Ну, типа, просто запретить донатить на всяких там странных языках других, которые я не понимаю, например. Во! Во, если не сыкло! Да как ехал, братан? О, нет. Алина пишет запретить. Ага, и скобочку. А что? Ну, точнее, на модерацию посадить, да, ребят. А что, кто скобочку написал? Кто, я? А что скобочку? Нахуй вы скобочку пишете, хуесоса? Блять, вы... Я не удивлюсь, это, если это ебучая Алина, нахуй, написала не, скобочку. Не, в коем случае. И все подпёздывают ей сейчас, в данный момент времени, нахуй. Проститутка, блядь. Поуважительней. С кем? С кем? Че, мы поехали? Поехали. Я готов, между прочим. Ну, на, держи. Паровозик, чух-чух. Алло. Надо симку купить. Уже нет, он не продается. Так до 10 же работает. Продается. Нет. Надо в срочном порядке, в максимально срочном порядке заправить авто. Ну, пошли, заправим. У тебя сколько рыбалка? А, кстати, а во сколько обратный поезд в Саратов? Кстати, у нас тут вообще это... Ну, а при чем тут рыбалка? Штаны рыбацкие. Хорошо, Макс. Фэшн-гуру, бля, полегче. Здравствуйте. Вот у кого штаны хуже? Вот у меня? Или у Юли? У меня? У тебя, понял. Иди нахуй. Забаньте его, кто пишет. У тебя. Заебись. Это так страшно снимать, если честно, их, даже работников. Так лучше с тебя снимай. Так я себя, конечно, буду снимать, а вдруг они подумают, что я их снимаю. И все, блядь. Бля, прикинь, реально ты просто... Ты делаешь влог самого, и типа сам себя снимаешь. Ого! Так можно, что ли, было? Я не знаю, что говорить. Вообще у нас проблема с языковым барьером. Не, я английский уже хорошо, я уже потянул английский. Любую фразу мне говорите, я ее перевожу. Где Юля штанишку купила? Заре. Fuck you, bitch.
Нет, долбоёб, но я, ну не такие слишком легкие. Макс хуесос. Я гей. Чё? И на английском. Ладно, ничего. Ничего не буду говорить на всех случаях. Что вы знаете? Что вы знаете? Хуя вы не знаете, блядь. Паровозик, чух-чух. На, подержи, поснимай, мне надо, я тебя будь. Давай. Ковёр! Для обуви нет этой штуки. Тут, короче, пока что, чего я поняла, чего нет. Утюга. Доски. Я круто выгляжу? Максимально. Особенно с этим гребешком. Изи пишется. Телек вырубите. Тут питание, наверное, просто вырубим на выходе, все. Он сам врубится. Мне нужна этот USB-C зарядка. Есть? Есть. А где она? Не видел? Видел, ты ее доставала. А куда убрала? Какая USB-C? У нас нету USB. Этот, Type-C зарядка. Ай-яй-яй, трусы валяются, ай-яй-яй-яй. Я не знаю, Макс, не видела. О! Нашел? Вот оно, да. Паровозик, чух-чух. Я весёлый таракан, я бегу-бегу-бегу, я весёлый таракан, я бегу-бегу-бегу. Нифига ты не попала, я снова убежал. На, возьми, я пойду пока этот. Ладно, нет, я сам возьму. Так. Что ты это? Мне надо подуханиться, чтобы я вкусно пах. Подуханься. Одет. Ребята, если у вас есть какая-нибудь... Если у вас есть какая-нибудь сестра, сводная или родная, которой есть 18 лет, и тут... Заработки есть для нее. Ты предоставляешь? Нет. Вакантные эти места рабочие. Нет, но тут очень много заработок. Заработок? Заработков. Тут можно, ёб твою мать, можно очень интересно проводить время. Каким образом? С мужчинами. Например? Вот. Например, ну, совокупляться. О, я слово, да, знаю? Это вы меня задолбаем, не держите. С Максимом можно совокупляться. Ой, совокупляться. Совокупляться пишут в чате. Это не я придумала. Максимом. Что за Максим? Какой-то местный. Что? А, кстати, тут за проституцию этот казнят? Тебя уже казнили. Да, я думаю, нет. Схуяли. Хотя хуй за. Нет, не казнят, наверное. Пошли. Паровозик, чух-чух. А где? А вот. А нет. А, да. Пошли? Пошли. Это что? Это что? Ты взял. А зачем я взял? Не, подожди. А где я машину парковал? Не, подожди. Фу, блядь, вот она, нахуй. Ёбаный сир. Я бы сейчас припарковался, нахуй. Фу, блядь. Шанс падения интернета, пожалуйста, в процентах мне высчитайте. Происходит ночью. F. Ну ты, сука, обезьяна, нахуй. Я же вижу свой битрейт. Я вижу, что не лагает ничего, нахуй. Вот ты меня за кого держишь? Придурок, блядь. Сколько у тебя битрейт? 3000? Да долбоеба. Ну-ка, открой мой интернет. Мой стрим. Ребят, ждем, когда встанет. Подожди.
А, там посмеялся один, все, забей. Уебаны. Или нет? А, уебаны. F5, парни. Да не надо, нет, не хватит писать. Бля, тут столько много... Кого? Бля, прикольных мужиков, нахуй. Чем они прикольные? Внешне классно выглядит. А у нас лифт откуда, блядь, с Луны едет, я понять не могу. Можно уже припарковаться? Я долго ждать должен? Я в Дубае. Какой паркинг? Уже П есть. Этаж П. Нам на П? Нам на... Вот. И. А, окей, сори. We're going up. We going... Going... Куда? Если он up, то мы... Макс. Мы, ну я не буду, да ты так сказал, заформулировал, я уже не буду говорить ничего нахуй. Запанил, блядь. Пошли. О! Нам на П или нет? Я не знаю, нам на первое. Посмотри, интернет не упал? Может, твой Wi-Fi нет уже. Не, за меня они уже начнут. Клоуны ебаные. Упал, ждем. Пишут. Ждем, не уходим. Я лакс без зарплаты. А у тебя зеленый битрейт? Да. Учусь. А я тут тестил, а у тебя кофе нет. Ждем, ждем, не уходим. F5, ребят. О, ресторан. Подожди, а где мы? Это не то. А где? А как выйти отсюда? Может, там сюда? Не-не-не. Подожди, это не то. Не-не, нам надо еще, нам... Может быть, G надо? Ну, давай на G. А я не ебу, что куда? Такое? А, Meeting Group Business Center, нам сюда, наверное. На P? А G это что? Нет, не трогай, все, нам на G. Я не знаю. Как это хотелось? О! Так, снимай себя, никого не снимай, никого не смущаю, не трогаю, не смущаю, не трогаю. Подержи. Давай. Проносим. А где? А что должно быть? Тут тип должен стоять. Hi. How are you? I need my car. Okay, what's your room number, sir? 706. 706. Okay, but let's have. Uh-huh. Thank you. Okay. Чем нам? А че? Не знаю. Дай мне, пожалуйста. Его? Я не знаю, на всех случаях. Да. Он сказал, окей, босс, мне так стыдно. А как к ним надо обращаться? Тоже тебе? Можно, но Слава тоже босс говорит. Бля, ебать мне ебало жирное нахуй. Сори. Откуда, пожалуйста? Факт. А, понял, спасибо, друзья, за поддержку. Присосы нахуй. Ебать, Альберт Эйнштейн пробежал. Видала? Нет. Живой. А ты его заснула на себя? Себя, конечно. Вижу. Где моя малышка? Не, нет. Плюс 10 лет. Макс, можешь? Можешь? Нет, не могу. Юль, садись. Твоя? Прыгай.
Что вы смеетесь? Вы что-то смешное видели? Сейчас будем угадывать, какая есть. Да? Понял. Где машина, блядь? Не знаю, чел стоит просто. Ёб твою мать. Вот это? Да. Бля, покурить хочу. Черный Rolls-Royce забирает джейпот. Саму море-море-море-море-море-мом. Поедем сейчас хавать на Марину Бич. Кушать поедем, говорю. Да. Это район так называется. Я хотел предложить поехать там, где мы сегодня кушали вкусно. Этот пляж называется Марина Бич. Они смеются с этого. Как ты Марину назвал? Долбоёбы, блядь. Клоуны, нахуй. В чате, блядь. Сопли под это под бамбу. Где моя крылатая ласточка, блядь? Я понять не могу. У меня машину украли или угнали? Да. Не, реально. Да. Мне эту штучку ему надо отдать? Не знаю. О, блин. Чё, всё? Чё, всё, блин? Малышка. Ой. Тут бесплатная, да, парковка для... Ого. А где? Крышеснос произошел. Ой, чё? An external connected. Вот тут? Алло. Алло. Может, к этому? Ёб твою мать. До сих пор? Туз пишет. Сейчас я выключу здесь. Я не отключила. Норм. Все? А чего? Как ты вообще в таких машинах пристегиваться? Подгони. Работает все? Да. Точно? Все работает, чат? Да, пишет. Ничего, чат. Получается, вы в кабриолете в Дубае, ё-моё! Бля, Макс, все, у меня руки трясутся. Тише. Ну все, минус 15 тысяч штраф за превышение скорости, найс. Можете посчитать, сколько нам поездка вот эта вот выйдет сейчас, каждый раз, когда он будет так делать? Тише. Чё я случилось? Хочу по миру, да, блядь, ничего. Мадлям. А ты не говорил, сколько машина стоит в этой рентал? Да и не скажу, нахуй. На самом деле, нам со Славой со скидкой сделали. А Слава тоже другую взял? Да. А. Он все... Что у меня, блядь, зеркалами, нахуй? Он все взял Герик новый. Ого, бля. Так, есть две проблемы. Так, первая. Первая проблема. Надо тебя скачать. У меня нет интернета. Вторая проблема. Третья проблема. Тут Type-C. Тут есть? О, тут есть зарядочка.
Таксишная есть? Да. Nice. Нам надо скачать карты. А тут нету в прошивке ничего? Навигатора никакого? Как он работает? Куда едем? Не повоёбывайся, сука, на своей нищей, блядь. Фига у них это. Бэм-бэм-бэм-бэм. Подожди, тут есть мап? Какой дурак онлайн? О, мап, ебать, машина работает? Какой дурак онлайн? Не знаю, пишут. Че дурак онлайн? О, заправки, кстати. Можно, в принципе, по этой карте поехать. Но, Маша, без музыки нужна музыка, нахуй. У меня нет музыки скачанной на телефоне. Ёб твою мать, блядь. Но радио есть? Я могу посмотреть, но у меня вообще же нет интернета. А что у тебя, почему? Ну, я сюда слушаю, как бы, с это. А что у тебя с мобильным интернетом? Не знаю, он не работал. Наверное, закончился на Теле 2 этот день. Проверь, купи гигабайты, нахуй. А я не могу купить без интернета. Сейчас еще раз попробую. А, все. Личный. Сейчас роуминг поставим. Подержи, пожалуйста, я проверю. Ребята, я в Саратове. Мама, встречай, нахуй. Как называется? Подожди. Ебать. Саратов, да это. Да ёб твою мать. Не станет, наверное. О. Чё? Выключи мое устройство. Только не упади. О, это я. Мама, мама, я в Дубае. Мама, я в Дубае. И пусть все об этом знают. О, Юскар, ты оплатила? У тебя интернет есть? Появился? 3G. Ёб твою мать. У меня не подключено никакое из устройств, если что. Подожди, тише. Жди. Просто wait, нахуй. Использовать CarPlay нажать? Да, 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 нажми. Бэм, ребят, да. 100 заказов русского радио, нахуй. Заебись. Подождите. Не подключается. Тише, тише. Без CarPlay. Таблетку? Алло. С Ликсом? Ликс спит. Все, ну так, нажми BMW Drive. Можно, надо узнать. А тут двухместная? Что? Да, я только сейчас видела, что сзади нет места. О, подключено. Ого! Сейчас попробуем. Мама, я в Дубае надо. Какую умку нахуй? О, играет. Давай, заказывай, что поставить. Перепонки в ахуе, я тоже, а. Ты хотел делить, а я умножил, а. Математика, это, блядь, сложно, а. Мама литература... Морген Шейх пишет. Шейх. Что ты там подумал? Папа бросил заебку на каждую, направил ты ролем этих... Так. Пожалуйста, ребят, можете не стрим снайпить в Дубае? Блин, ну мне кажется... О, нет. Ряд, ну вам придется подождать, потому что у нас 3G сегодня. Надо на заправку. А, называется Patrol Station, если что. Что Patrol Station? Заправка на английском. А так вот она. А. Как сюда метку поставить? Шоу детали, старт. Favorite, старт. Ёб твою мать! Ты звонить собрался? О, всё. Или это не Patrol Station? Куда тыкнуть нахуй надо? Что это, блядь? Кто этим пользуется, блядь, в BMW? Макс, у меня не крутится Моргенштерн. Ёб твою мать. Аварийку?
5G, ребят, в Дубае, знакомьтесь. Какой Теле2 вообще в роуминг? Ёб твою мать. Скорость 10 килобит. О, кстати, Хулуимбуши тоже охуенный трек. Как сказать, заправьте меня на 100 дирхам. Как сказать, заправьте на. Я не знаю, как будет заправить. Превышен лимит времени на запрос. Ёб твою мать. We have some problems. Скажи, типа, I have only 100 dirhams. And I need a for, gas. For... Please fool me 100 dirham. Fool me daddy. Fool me please. Какой come my face, блять? А что такое fuel? Fuel? Это топливо, да? Наверное, вот этого не знаю. Full up. Бля, мне кажется, они запрет какие-то пишут. Открой переводчик, не еби мозг. Ебать, ты умный, сука, да, самый? Ну, короче, у меня не грузится шейх. Пизда. Сейчас опять напишу, что лимит ожидания бэм-бэм. О, чё? Да ну, не верю, блядь. Держи. Че, реально? Сейчас, секунду. Чтобы только ничего не вылетело. А, всё, наигрались? Наигрались, хватит. Всё, ребят. Следующие 15 секунд через 15 минут. Блять! А я не знаю, как ездить. Ну, блять, по идее тут все интуитивно понятно, наверное. Если что, у меня бензина осталось на... На мало. После России и Турции тут все пропускают нахуй. Тут вот пиздец, тут можно. Очень легко... культурно ездят? Очень культурно. По сравнению с Турцией, ой, где вот это. Вообще... Типа вот эта хуйня нахуй. Тише, тише. Вот эта вот хуйня.
AMGGT, наверное. Чат шарит, что за тачка? Мерс какой-то такой, симпатичный. Бля, какая это, что я уже словил камеру. А тут камера, наверное, не отображается, да? Тут нет. Я просто боюсь, что если в городе... КТ-шка. Я просто боюсь, если в городе 60, то я уже на штраф попал. Едем, да? Ребята, завтра яхта. Ребята, завтра стрим с океана. Кайф. Наверное. Еще будет стрим с парка. Walt Disney. Ого! С парка. О, нет, какой Walt Disney? Что не с Warner Brothers? Банза АП. Walt Disney не в Дубае. А, чё? Brothers? А может быть Парк Brothers? Включи «Мама, я в Дубае», «Мама, мама, я в Дубае». Это мод или кто? Конечно, блядь. Да, ну ты на мой 3G слишком не рассчитывай, просто заранее как предупреждаю. Не найдено. Так страшно. Чё? Ну что, заправляться, я вообще не... Если я скажу хай сир или хай босс. Так. I need fuel for 100 dirham. 100. Это 100? Ну да. Нормально? Наверное. Надеюсь, он меня поймет. Меня не грузится мама в Дубае, Макс. Вот так вот. А там в Дубае или Дубаи? Я ебу. Что, я думала там... Может, Дубае? Мама, я в Дубае. Ну, я так и загуглила. Дубади баду. Е там. Чел, ты... Ну, у меня, короче, бэм-бэм-бэм, 3G, hello. Чел, ты. Мне нужен жесткий 5G срочно. Чел, ты, да, у меня и 50 жесткий. Чат у вас не лагает? Че пишут? Нет, пишут, что нет, не лагает. Ебать. Это что, новые технологии? Да, ну, у меня, короче, из последнего только скачан плейлист Арни и все. Я больше не добавляла музыку. Все охуенно. У кого лагало? Кто стримил в Дубае, у кого лагало? Все охуенно, все кайф, заебись. Я рад. Славик сказал, что только на дорогах где-то лагает в пригороде. Привет, Макс, здорово. Вы я. Да кто вы, блядь, стримили нахуй в Дубае, вы, блядь? У меня понял, вопрос нет. О-о-о! Держи. Ну да, посвяти мне фарме нахуй дальними. Кто учит? А, это сзади он нам слепит так? Да. Сидеть. Козел. Извиняюсь, шучу. Шутка. А тут нету таймера, понятно, на чем. А, мы все время даже не в спорте ехали, пизда, сейчас как газу дам нахуй. Не надо. Роберт Ковали, слева шлюху, справа шлюху, загадал желание. Взорвал как Тетчис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рокси! Чё? А, нет, где я птичь? Тише. Тише.
пиши Катюхе. Где они вообще? Они спят нахуй? А я писала ей еще, Ёма, она мне ничего не ответила. Нас кинули в Дубае нахуй. Нахуй я машину взял? В смысле? А пиво кто будет пить, блядь? Тебе нельзя по состоянию здоровья. Все, кто был мне близко. Мне нужно для состояния своих нервов. Ивочка сказала, для состояния. Чат, вы разрешаете Максу пить? Одна нет, и Макс не пьет. Макс, ну ты скорее не пьешь, чем пьешь. А там пишут, да? Можно? Не-не-не-не-не-не-не. Лукойл? А, блядь, какой Лукойл? Ты. А где у меня бак? Где у меня бак? Где у меня бак? Где у меня бак? Где бак? Я не хочу быть долбоебом. Слева, справа, слева, справа, слева. Справа. Слева. Слева. Сзади пишет. Не, где у меня бак? Справа пишет. Не, правда? Спереди, сзади. Спереди, сзади. В жопе. Сверху. Снизу. Слева. Под машиной. Бля, я сейчас долбоебом буду, погоди. Ну, чек не подходит. Сейчас я переключу пока трек. Ёб твою мать, справа нахуй, реально. Ну, слава было справа. Блин, не ебать я долбоеб. Тихо, там сзади никого. Не-не. Сейчас бы... вот и они были сзади, да? Не-не, нормально. Супер. Чего нахуй? А чего? Ты сам должен что-то делать? Не-не-не, подожди. А он что-то делает уже? Не знаю. Я боюсь, сука! Я боюсь. Чего? Что происходит? Подожди, тихо-тише. Не паникуй. Я сам боюсь. Ты еще, блядь, достал, погоди, стой. Тихо-тихо, прячь, чтобы они не видели. А, кстати, я в зеркало могла посмотреть, где бак, вот его видно. Вот тут. Вовремя. Десять. Где сто? Все, ГГ. Сто есть? Было. Сто есть? Хай. Хай. I need fuel for 200 lires. For this one? Yes. Dirhams. Что? Ты сказала лиры. Oh, dirham. Yes. This one? Yes. 200. 200 сопроса, пизда, это 3000, блядь. Это полный баг, блядь, произошел только что. Макс. Блядь, я сейчас в спорт въебу нахуй в стену, предупреждаю за эти 3000. А ты сейчас Сони нашел просто? Да. Блядь. Пизда, реки, космонавты, дядя Лёша, сука, приехал. 200 лирс, говорит. А это сколько? Дирхам или лиры? А, я запаниковал. А где у меня сотки были, блядь? Ёпта. Это ты на зарплату всем раздал, походу. А где я сотки проебал, подожди. У тебя уже все, не помещается ничего в твой этот. Это не заправщик. А кто это? Просто чел не упрыг. Сука. Вас куда? Ничего не понимаю, что происходит. Может, нахуй ужинать где-то в заведениях? Может, по хот-догу? Я пить хочу, пиздец. Давай я схожу, куплю попить. У меня давление поднялось. Давай я схожу, куплю попить. Мне нужно давление. Ну куда он заправляет? У меня уже все, у меня сейчас ебать крышу пробьет, блядь. У тебя сейчас трейсер, бак? Бля, 200 лир, подожди, это... Так а это мне... дирхам. Мне... Дирхам это... А где у тебя? А какой я бензин заправляю вообще, нахуй? Подожди, у кого он бензин заправляет? Супер. Супер, точно? Да, он нету...
сосалки. Ебать, супер. Фу, подожди. Стой, у меня полный сейчас перелив будет. Юля! Максим, что за перелив? Хватит, хватит. Ой, воняет бензином уже. Походу в салон затекло, Макс. Фу, воняет. У меня полный бак. А где этот уровень? Слева? Да вот он. А на сколько километров пробега полный бак рассчитан? Он заправляет еще? Не, да. 151,62 он на табло написано. А мне можно сдачу, пожалуйста? Мои 50 дирхам. 49, 48. А как сдача будет на английском? Вот я не знаю, да, кстати, как сдача будет? Типа, как попросить сдачу? Ага. Change, это же менять. Какой? Thank you, boss. Все, человек стресс, стол хуярь. Подожди, ебать. Тише, тише, тише. Выдохни. Стрессовая ситуация произошла, согласна, Макс. Не, ну нахуй заправляться. У тебя реально не было 100 дирхам? Да есть где-то, я их потерял, видимо. А где они у меня? У меня были 100 дирхам и 100%. Ну да, вот эти зеленые пластмассовые, как раз уже по 100. Так ты украла, наверное. Ты... Вообще? Ты все себе обратно сложил. Ну-ка. Зачем мне столько дирхам вообще? Это сколько? Это 5? 5? Сколько? 5? Сколько? Сколько? 10? 5! 5? Сколько? 20! 5. Сколько? 5. Это все 200. 200, 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 1000. Нет, это 2 10, по 100, не? 10, 2 по 10. 10. А, это новая была 10. У тебя не было 100. Ну чё, не расстраивайся. Все, ты дезинсайдился. Подождите, переведите 150 лир, ой, 150 этих... Дирхам. Дирхам умножьте на 16, это сколько будет? Сколько? 156 дирхам на курс 16. Это будет 2500. 2500. Сколько бак у BMW Z4? Макс. Сколько бак? Литров 50, наверное, да? 49, 60. 60? Хз. 60, большинство пишут. Раздели 2500 на 60. Тут литр стоит 41 рубль. Ну, кстати, чуть дешевле, чем в России. Ты что, ебло на свой Peugeot заправлять? Чё, какой Peugeot? Чё он прыгает? Не знаю, это чё, я планная, свой Peugeot, чё-то там, я не успела отвечать. Объём топливного бака BMW за 4 стоят от 52 до 55 литров. У нас литр 120 стоит так-то. А, кстати, бензин супер, это какой? Это сотый, это сотый. Сколько в России сотый стоит? Да, это сотый. Это сотый. Так это супер, то есть... Я пишут. Сколько сот у нас стоит? 60. 60? Бля, ебать, кстати, тут дешевле. Ну, 62-65 рублей. Это не сотый, тут пишут. Это сотый. Слава, он сказал, что это сотый. Ну, Слава написал? Нет, вчера он это говорил. А, да, Слава сказал, что это сотый. Что он супер заливает, что сотый постоянно заливает.
Какой мама пополняет баланс? Еще бы, конечно... Что-то интернет работал? Кто Пати... собака? Что пишут, Эшли собака? Чё? Не знаю, что там Эшли? Чё с Эшли? Вам сдачу правильно дали? Да, да. Тут, да. Кстати, нельзя наёбывать вообще никак. Тут за это тоже уголовка. 10 лет штрафа. Сюда. У меня давление подскочило. У меня глаза туманят. Давайте попить пойду возьму. Я умру. Подержи. Сейчас. Я с тобой пойду. Вдруг тебя еще изнасилуют, бля, там. Макс, тут вообще все. На каком уровне? Тоже верно. Что, Эшли? Глупости пишут. Эшли умер. Иди нахуй, долбоёб. Придурок, блядь. Как дам по голове тебе, нахуй? Не надо мне. Ой. Ёб твою мать. Эшли, ты в Дубай к нам прилетела. Привет. Страшная собака, нахуй. Не то, что Эшли, блядь. Эшли красивая. Ебать, как ты добралась-то? Ты нас предала? А, на бабки повелась. Ой, все, вопросов нет, сори. Ой, извиняюсь. Простите, не хотел обидеться, бабу. Ой, я... А что за ромб? А машина... Что? А что? Что такое ромбик значит? Я на ромб нажал. А как закрыть? А как... Фу. Да и хватит. Да похуй. На окно, да? Нормально, тут все свои. Юй. Минус вещи, там нет ничего. И окно открыто, бля. Что ты хочешь? Сколько стоит? Давай посмотрим, сколько стоит Red Bull. 12 дирхам. Умножьте 12 на 12,5 на 16. Умножьте 12 на 16. Хочешь 201 рубль. Да, но на заправке это норм, да? А на заправке все обычно прям дороже, да? Ну да. Это нормально, да? Дешево. Нали машину, как и в России, понял. Или давай долго тут не стоять? Ну давай, давай. Ты просто много стоит. Какого всего нового? Ого! Ты знаешь, что ты будешь? Я буду вот это вот. Ты понимаешь, что ты одним глотком должен выпить? А я много сейчас всего возьму. Не надо. Беру вот это вот. На кассу. На кассу. Ромб это взрыв, вызов экстренный. Пол. О! Бугать. Ля, не верю. Стоп, подожди, тут 5 штук. Не, мне 5 не надо, хочу одну. Очень интересно. Что-то будешь еще или нет? Я буду вот эту воду. 7,5 дирхам умножьте на 16. 100 рублей. 100 рублей воз стоит? Все? Смотри, он розы по розочке продается. Еще я буду энергетик обязательно. На кассу. Все? Нет. Я что еще буду? Так, что я еще буду вкусного? Я буду минус сердца.
Ебальник, все, закрой нахуй. Ого, это что? О, это какие-то флакончики у него. Что такое? 7,5 дирхам. Каины. Кстати, вообще такие маленькие баночки. Что это такое? У меня руки мерзнут от этих штук. Вот это вот. На кассу. Макс, удержишь что-нибудь из этого холодное то, что... На кассу. Коукаин, так. О, куривка. В смысле? Смотри, сынок. Свинина? Нет. Биф. Чего? Нам купи, долбоёб. Вы, может, писать, что хотите. Может, ты такой хочешь, что? Большой. Ух ты! Бля, я на такой бы присел. Ну, с киви и лаймом есть. Нет. С манго. Не, я хочу вот это возьми мне. Яблочный сок. Да, я хочу попробовать. Маленький или большой? Да, маленький, маленький. И вот эту вот баночку. Все берем. А, нет, это, наверное, хуйня какая-то. Нет, это но не то, надо. Это такое оздоровительное. Это что? Смотри, Макс. Это не сироп, надеюсь? Блядь, сироп похоже. Клёшки на ручке. Бананчик продается такой. Банан? Такой. Сколько банан стоит? 2 дирхама. Это 36 рублей банан. Прям в России полкило можно купить. Клёшки на ручке? Клёшки просят на ручке. Владу их надо. Сейчас Владу их. Ого! Я думал, наша машинка сидит. Нам такое ничего не надо? Наверное, нет. Переходник. Откуда, куда? Как называется переходник от ОАЭ from Europe? Как это сказать? Переходник тоже приводится как адаптер. Не все адаптеры. Зарядка это адаптеры и тоже адаптеры. На кассу? Макс. Подожди, я думаю. I have Europe changer. I need адаптер from. Я не знаю, как розетка будет. Как розетка? Как розетка на английском? Чарджер? Розетка. Росет? Не, вы пиздоболы. Дик. Кам. Да нет, напишите, как розетка на английском. Какому хосте? Сокет? Ебать. Пошли, Юль. Ай. Sorry, I have a Europe changer. I need adapter. Do you have? We have there, sir. Ага. Ага, бисайд. А чё не на сайде? Адаптер я. Yes. Can I check, please? Yeah. Thank you. Oh, wait. Watermelon, это дыня? And this vape. Ага. Vape. Это курилка, типа? Да. How much? 365. Mm-hmm. One second. Happy man, sir.
пакеш. Монетками, может? А что мы купили на 3000, я хочу спросить. Ну, адаптер стоит 130, это больше половины, нет? Сколько? Пожалуйста, thank you. Bye. Ебать, 4500 за что нахуй? Я пукнуть не успел, списала нахуй. Дожди, блядь. Дожди, блядь. А где ключи? Ёб твою мать. Макс, покидай. К какому Владу нахуй? А4? Макс, не материшься. Не матерись, я со своей мамой стрим смотрю. Хорошо. Держи. Давай. Куэртову? А что Владу надо? Сколько вышло это все? 4000. Ничего, Илёк, ты сегодня в ресторане пошляешь. Ну давай только мне сначала надо снять дирхам тоже. А мы сможем снять там, где ты снимал сегодня? Нет. А ты там обменник, да, был? Да. А почему? А чем, блядь, мне открыть жопой, сука? Зубами. Ой, я пошутила. Блядь, у меня салфеток нет. Есть салфетка. Да похуй же, ведь мой измазал, блядь. Блядь. Пизду нахуй. Ёб твою мать, блядь. Сегодня Бургер Кингом, кетчупом, Баленсиагу себе все зафакапил. Ну все. Это полный чикен Макнаггетс, нахуй. Ёбаный блядь, сир. Это ты полный чикен. Тише, тише. Ёкала мана. Заведу машину, включу кондиционер, бензина дохуя, в наёб делать нехуй. Ебать, вкусно хуя. Это с грейпфрутом? Чмок. Пиздец. Пахнет вкусно. Дай нам что-то. Опять. Коннект. Ща как это? У вас микро говно? Говно? А что надо сделать? Она алкогольная? Нон алкохол. Подождите, а за донатьте попробуйте 30 рублей. Ой, блин. О, Макс, аж даже не газированное было. Ты вообще хряк. А тут нету куда бэм-бэм поставить. Блютуз выруби. Я вырубил блютуз. И что, микро говно до сих пор? Да? А если свернуться, развернуться? Я сейчас свернусь и развернусь. Алло. А как он подключен? Сейчас, подождите.
медиа. Заказываю себе Филадельфию, два свежих выжатых текилы, шоты, как? Дожди. Где все эти? Устройство? Медиа, устройства. Не, мне нужен чат. CarPlay off мне. Ёб твою мать! Mobile devices может быть? Как это выключить? Да не нужно мне Bugatti Chiron. А как это выключить? Там мобайл девайс. Ёб твою, иди. Алло. Алло. Тенри айду айдин. Тенри данкер кун ПСЛК КФР. Ебутся как то два клоуна. Как убрать донаты с экрана? А как убрать? Все? Не, я уже ничего не хочу, там долбоебы. Долбоебы резко со школы пришли в нее. Заказываю Филадельфию, два свежих выжатые соки. Бля, у меня все липкое теперь, сука, так тварь, вот блядь. Так вот тоже влажная, или ты уже ей воспользовался? Попробуем дубайскую ашкудишку. Так, ну короче, ну с треками, как все смогли играть, проблема. Так, хорош. Ну сложно вроде с кондиционером, очень холодно. Хуйня. Вазол лучше, правильно? Ребят, вазол из переработанного пластика, между прочим, шикарный. На всех заправках продается, даже в Дубае, нахуй. Модер, заклепайте, пожалуйста, это так, для себя. На память. Ребят, на память заклепайте? На память заклепайте. А сколько тут штраф, если ты не пристегнут? Предупреждаю один раз. Химчистка машины стоит 2000 дирхам. Это говорит мне человек, который вот это вот все фишу. Я разлил на себя. А вот это вот 2000 рублей. Здравствуйте. Я предупреждаю. А нахуй мы, кстати, купили еще у нас было? Я не знаю, у нас же есть розетки. Просто, блядь, я хуею. Ты просто клоун, потому что. Просто зарплата, блядь, этого. Хома улетела. Хома зарплата улетела на адаптер. Хом, без зарплаты. А я тебе адаптером зарплату пришлю. По почте. Сам оплатишь доставку. Химчистка стоит 2000 дирхам. Реально? Одна капля, из тебя 30 тысяч рублей. Сколько ты капли пролил, у меня вопрос. Я на себя все пролил. Обязательно. Футболка дороже химчистки стоит. А мы куда едем, кстати? Давай симку купим. Хуимку. А я не знаю, где. Сколько время? Сколько время в... 9 вечера. По торговике до 8. Ты уверен? Какой Марине? А, кстати, не знаю, как туда доехать. Ты... Что случилось? Ты чуть не блеванул за жвачки? К Славе? Я не знаю, он спит, наверное. Угу. Надо ему позвонить. Позвони Кате. Катя написала, не читает. Так ты позвони. Гокбустеру? А, вон, написала. Что делает? Сейчас скажу, у нас место в багажнике есть. Встала. Слава только встал, пишет. О! Пусть адрес черканет. Чей? Да не знаю, строго в Турции пусть черканет адрес. Блять, ну может торговик, а ты же сказала, что не знаешь, как туда доехать. Да нет, пусть Слава адрес черканет. Там рядом торговик. Просто не ебу, какой торговик, где я в каких торговиков езду. Здорово, гусеница. К
кто будет Milky Way? Milky Way. Он, кстати, что-то такой себе. Кто будет Milky Way? Лик спит. Я. Ликс сегодня, ребят, занят. У него сегодня важные дела. Он спит. К Владу? Толбоеб, что ты пишешь, нахуй? Включи музыку. Не грусти. Кто они? Надо быстрее полковнику, чтобы он мне дал покататься на Гелендвагене. Я еще ни разу в жизни... Ебать, там такой Гелендваген. Пизда, просто Алькантара, кожа, этот, что там еще? Доводчики. У меня отправляются сообщения, Макс. Мы стримим, а напиши адрес, мы подъедем. Ваш адрес. Ёб твою мать. Мне очень нужен адрес. Ну, если бы этот... если ты вот тут напишешь в поиске название этого тарифа, как? Оператор. Кого? Тарифа, блядь? Оператора. Будут магазины? Не знаю. Надо посмотреть, до скольки он вообще работает. Мне кажется, сейчас симку мы хуй сделаем. Как тут вообще поиск? Где тут? Вот поиск. Ду. Ду хаст ми. Ой, что я сказал? Ду. Ду бай пишут. Ну все. Ду-ду. Не, нужно ду просто. Реально Д и У пишется просто? Да, просто Д и У. А дальше знаешь что? Че? Я бы сказал. Ну скажи. Вот это что? Ду кафе. Ду дженерал. Для мейшин ду кафе. Сегодня с Хасбиком виделся. Меня отправляется, короче, сообщение. Че, как он? Нормально. Прикольный малыш. Может быть, ты малыш? Тоже малыш. Классный такой. Я шучу, какой Хасбик? Я бы хотел с ним увидеться. Напиши в директ. Угу. А он Дубай? Он занятой человек. Че пьем? Пивко? Осуждаю. Это Red Bull. Алло. Ну-ка. Ёб твою мать, блядь. Сука, тварь, блядь. А куда мусор выкинуть? Юля, я тебе в ноги мусор пока положу. Давай. А, не, нихуя нету. Мусорная. А где мусор? На улице. Тут есть одна проблема. В Дубае нету, нахуй. Куда мусор выкидывать? В окно? Ага, в окно, блядь. Да кто меня с тюрьмы доставать будет? Чатом мы достанем. Чат только, блядь, чат может нахуй соси написать, нахуй, потом. Их предел, блядь. Прям у меня все. Моя Волын со мной. Моя. Так. Посмотрите, сколько штраф за езду в непристегнутом виде. Где у меня ремень? У тебя его нет. Макс. Макс. Че? Подожди. Макс. Кто крякает? Подожди. Подожди. Макс. Ты там, блядь, не могу долистать. Макс, а ты в ноябре челлендж держишь или червячка уже потрогал пару раз? Не, не трогал. А когда он начался? Кто? А, ну, 1 ноября. А сегодня какой? 1. Не. Еще пока держусь. Но сегодня ночью. Что сегодня ночью? Прервется челлендж. По крайней мере, у меня. А я видел, кстати, злой уже не выдержал. Он запостил картинку синего, а потом через 2 минуты красного, нахуй. Фу. Он же запостил картинку, да, разбирать на аватарке. Я уверен, что все пиздоболы, кто говорят, что они выдержали челлендж, весь ноябрь не это. Дай бог, блять, один человек из миллиона, нахуй. Все остальные суки здесь с этого не смогли. Я уверен. Мне кажется, уже, блядь, половина, нахуй, того. Катюк звонит. Это я ей звоню. Тише, тише. А, это прям номер полностью? Ну как номер полностью, да.
вы, если вы не вам звонят. Да не вам звонят. Ну, попозже ответят, походу. Да, номер полностью. Так что лучше экран не снимать, оказывается. Я тебе как, блядь, сейчас знаешь, что сделаю, нахуй? А, сегодня Катя будет стримить. Она сегодня заебись, блядь. Ну вот, она запустила 15 назад. Какой сегодня хоррор играем? Какой играем хоррор, блядь? Догонялки в Дубае, нахуй. Кто быстрее до центра, Миша Литвин или Екатерина Якадзе, блядь? А. Чё? Ну, сегодня не получится у них дела. Понял. Вопросов нет. Вопросов нет. Ситуация сюр. Шутка. Что вы смеетесь нахуй? Ну ничего страшного. Поехали симку делать. Давай, только как загуглить? Так. Мне нужен телефон. У меня мало процентов, поэтому будем прощаться сегодня. Ну ты можешь тут на зарядку еще поставить? Нет. Все. Спасибо огромное за столь короткий маленький стрим. Вот. Мы со Славой сегодня поговорили. Стримы будут из Дубая. Есть планы, есть там бэм-бэм, туда-сюда. Есть что поделать, есть желание. Поэтому стримы, скорее всего, будут завтра. Не знаю, тут время плюс один. И тут в 6 часов уже темнеет. То есть, типа, в 6 часов уже темно. И поэтому, типа, стримить... Возможно, завтра... Либо в 3, да, завтра в 3 по Москве запущу, либо в 4, как-то так, потому что, типа, в 6 тут уже... Очень темно, очень прям как ночью. Да, тут в 6 уже темно, в 6 тут, это 5 по Москве, как я обычно стримлю. Короче, завтра либо в 3, либо в 5 стрим. Спасибо всем огромное, что сидели, посмотрели, кто-то посмеялся, кто-то по этот. Простите, что сейчас немножко пропадаю, есть некие проблемы. Ну, как некие проблемы, я просто этот... У меня упадок. У меня упадок, моральный упадок. Мне настоебали видосы и тиктоки. Вот. Творческий кризис. У меня творческий кризис. Но у меня есть желание стримить РЛ, поэтому увидимся с вами завтра, послезавтра, надеюсь. Надеюсь, все 7 дней я в Дубае отстримлю, все будет кайфарики, и плюс еще отдохну. Все, всех люблю, всех целую, всем пока. Пока, чё. Можете на телегу подписаться, там будет информация, что, почем вообще, сколько. А, и зарплату модерам скину сегодня-завтра. Ну как, модерам? Не всем, конечно. Проверю, нахуй. Все. Всем пока. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю. Всем пока.